Zomax 4610. Пила, у которой не смазывается цепь. Сухая. Вот сейчас будем проверять, в чем проблема. Я уже открутил. Сейчас сниму. Не происходит подача масла. Ну, первым делом надо проверить бачок. Если там масло, это первым делом. Ну, проверил, там нормально. Так. Значит, проверяем здесь дальше подачу цепи. Снимаем цепь, смотрим. На рукой не очень удобно, но подали там и бикать. Так, ну вот, здесь заблокировано отверстие. Это первое. Второе, что мне не нравится, масло отсюда вот не подается. Видно, что сухо. Значит, будем смотреть. Сейчас я ее заведу, погляжу, протестирую, будет она давать масло или нет. Или уже смотрим там привод помпы. Вот туда вот. Проверяем сначала подачу масла на работающей пиле. Добавил масло моторного пожиже. Вот. И погонял немножко. Помпа стала качать. Вот все, масло пошло. Вот из этого отверстия, вот отсюда, вот из верхнего, подается масло. Скорее всего, был низкий уровень масла, и фильтр засосала грязь, и, в общем-то, он с трудом прокачивал. Поэтому пожиже масло немножко. И все, и пошло нормально, пробило, прокачало. В принципе, можно и немножко такого совсем полубензином добавить и промыть ее таким образом помпу. Или, в крайнем случае, вытащить фильтр, промыть, продуть его. Ну, я не стал это делать. Масло пошло, качает хорошо. Продуваю теперь отверстия вот эти в пиле, потому что вот они все забиты. Но это уже был результат не подачи масла. И все, и пила возвращается к действию. Вот опять тоже вторая сторона забита. То есть малой крови, как говорится, здесь все проверили, и цепь будет смазываться. Осталось ее заточить. Пила работает хорошо. И возвращаем клиенту. Так, ну все, заточил. Проверил работу помпы. Так, ну вот она. Маслица. Цепь смазывается хорошо. Давай, наводись. Еще расскажу немножко о работе помпы. Вот эта вот помпа с этой пилой. Это помп-драйв так называемый. То есть то, что приводит в вращение помп. Здесь вот у нее такая резьба. Сюда вставляется сцепление, вот в эти вот зацепы, и вращает она вот эту вот часть помпы. Значит, сюда масло поступает, отсюда уже подается трубочкой на цепь. Вот сама помпа, она вот здесь вот происходит, вот такое вот поступательное вращение. А это значит регулятор подачи масла. Вот мы его снизу, отсюда отвертчика, если нужно, вот так регулируем. В принципе, вот это вся помпа. Вот. Ее можно менять целиком, но в этом случае мы обошлись без замены помпы. Все, даем клиенту. Работает все хорошо, все в порядке. Да, проверяйте работу органов всех. Это вот, значит, тормоз обязательно должен работать. Он работает не просто включение, а цепь останавливается. Выключение, включение. Значит, помпочка, вот эта вот бензопомпа. Ну и, естественно, закрытие заслонки. Все должно работать. Масло подается, бензин. Я продул фильтр, проверил свечу. То есть такой быстрый сервис. Пила готова.